Детский развивающий центр «Колосок» при Саратовском храме во имя Святой Равноапостольной Марии Магдалины предлагает всем желающим принять участие в традиционной благотворительной акции «Добрый портфель». Акция направлена на помощь многодетным, неполным, малообеспеченным семьям, которые испытывают финансовые затруднения в подготовке детей к учебному году. Все желающие могут передать в центр «Колосок» или в храм Святой Равноапостольной Марии Магдалины, улица 2 Садовая, 23А, район городского парка, любые новые констовары для формирования учебных комплектов, а также портфели, рюкзаки и ранцы. Для первоклассников будут укомплектованы портфели, для детей постарше – подарочные наборы констоваров. Акция продлится до конца августа.